Чтобы отключить показ рекламы рядом с вашим немонетизированным видео, необходимо перейти в творческую студию, канал, дополнительно и снять галочку в разделе «Реклама» и сохранить. Это используется, если у вас есть видео, которое вы по тем или иным причинам не монетизируете и не хотите, чтобы показывалась реклама. Полный курс по продвижению на YouTube можно получить, нажав на кнопку.